друзья, продолжаю цикл терапевтических историй. Сегодняшняя притча об обидах. Как психолог, я каждый день вижу, насколько обиды, даже если мы их не осознаем, портят нам жизнь. Хотите в жизни свежего и нового? Выбрасывайте подгнившую картошку. И вот притча. Ученик попросил учителя: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься, помоги мне тоже стать таким». И учитель попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт или на кого ты обижен, и положи в пакет. «И это все?» – спросил ученик. «Нет». «Не все», — ответил учитель. «Ты должен всегда носить этот пакет с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Прошло время. Пакет ученика стал довольно тяжелым. Ему было неудобно носить его с собой. А сам картофель покрылся склизким налетом, пророс, зацвел и стал издавать резкий запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Ну это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Наверное, вы догадались, что ответил учитель. То же самое происходит и с тобой. Просто ты это не сразу замечаешь. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. Готовы освободить свой холодильник от всего лишнего и ненужного? Ритуальное действие освобождения от протухшего картофеля помогает избавиться от лишнего в голове. Понравилась вам притча про обиду и подгнивший картофель? Если нужна помощь в том, чтобы избавиться от негативных чувств, то вот вам метафорическая карта. Смотрите на нее и задавайте себе вопрос: что я буду чувствовать, когда освобожусь от старых обид? Мы ведь все носим в себе целые сетки со старой картошкой, где каждая картофелина как протухшая обидка. Чаще всего из детства, на маму с папой. У кого-то это большие картофелины обид за то, что, например, бросили на бабушкино воспитание, и мы вроде бы выросли, и взрослые, и понимаем, что так надо было, но картошка осталась. Или маленький бэби-картофель, как претензия, что, ну, например, мама не была достаточно женственной и не научила общаться с мужчинами. В общем, у каждого из нас своя сетка с картошкой. Какие мысли рождаются у вас в ответ на метафору про обиды? Делитесь этим в комментариях. Кстати, смотрите другие терапевтические истории и подписывайтесь. А я, психолог Галина Турецкая, продолжу записывать для вас полезные ролики не только про похудение без диеты тренажеров.